Как сегодня? С каким настроением пришли? Как Кирилла дела? На встрече психолог и мама подростка, который посещает психологический офис регулярно один раз в неделю. Проблема моего сына – уверенности в себе, комплексы в связи с диагнозом, ну и вытекающие отсюда не умеет дружить, недостаточно социально адаптивен. И вот это была наша основная проблема, с которой мы сейчас работаем. Такие психологические кабинеты открыли в каждом районе Барнаула, в филиалах комплексных центров социального обслуживания населения, для того, чтобы к психологу теперь можно было обратиться рядом с домом. Новый проект – совместное детище Министерства соцзащиты и краевых кризисных центров. Специалисты последних ежедневно в определенные часы приезжают в такие офисы и занимаются с людьми по самым разным запросам – от проблем социализации детей до личных кризисов. А сегодня психологи готовы поддерживать и тех, кому, возможно, понадобится поддержка из-за объявленной в стране частичной мобилизации. И действительно сейчас есть большая необходимость помощи этим людям, которым сложно, которые, возможно, не всегда могут подстроиться под изменяющийся мир, под сложные обстоятельства этого мира. И тогда профессионал, психолог может помочь в этом вопросе, может сделать жизнь спокойнее. Жизнь нашей героини Екатерины уже немного стала спокойнее. Женщина благодарит инициаторов нового проекта за то, что ее сыну помогают рядом с домом, бесплатно, при этом корректно и эффективно. За время, скажем так, диагноза Кирилла я обращалась неоднократно к разным психологам, но мы жили в другом регионе, и там я не ходила к одному и тому же. Я всегда искала, потому что не было такого результата. Почему мне здесь понравилось, я планирую очень долго посещать, да, и ребенок ждет этих занятий, и он, в принципе, планирует достаточно долгое время ходить, потому что мы видим результат. Стать клиентом таких психоофисов можно, записавшись через специалистов краевых кризисных центров либо центров соцобслуживания населения. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.